Ой, Таня, как же я люблю этот праздник! Подарки, цветы! Как ты думаешь, идет мне эта помада? Это карандаш для глаз. Ага. Я тоже думаю, что идет. Подарки, цветы, куда все ставить? Ай, не знаю. Подарки, подарки, подарки. На Новый год вот был, дарили подарки. У бабки было день рождения, дарили. У мамки день рождения, дарили. Сейчас что, 8 марта? Спасибо. Что делать? Хоть прям стреляйся с этими подарками. Ну, чем думать, надо цветы купить. Цветы? Сколько они стоят, цветы? Ну, что, гвоздика 10, а розы по 20. Можно украсть. Украду сейчас по уху. Значит так, сына, возьмешь 2 гвоздички. Ну что, 2 надо, 3 как минимум. Ха, сына, в нашем случае можно 2. Один бабки, другой мамки. 2 таких пышных букета. Значит, пусть целлофана навернуть побольше, чтоб такие байдовины 2. И нет, что-то на память, что-то надо им. Духи. У них вон, посмотри, пол шкафа этих духов стоят, копятся. Ну что, можно взять старое, завернуть в новую упаковку, никто не заметит. Ай, сынка, молодец, придумал, мой хороший. Так, значит, дед, а ты за водкой. Значит, возьмешь лужковки по 3602. 2 штуки. 3. А ну как ты, сэкономили? Точно. Возьмешь 3. Праздник все-таки. Татьяна, а ты хоть знаешь это историю возникновения этого праздника 8 марта? Не знаю. Как кто? Же? Петр Первый придумал или Ленин опять ваш? Брежнев. Вот именно. Как же ты его празднуешь, этот праздник, и не знаешь его создания? Сейчас тебе из календаря прочитаю. Смотри. В 1873 году трудящие американские женщины вышли на улицу бороться за свои права. Вот молодцы, Танька. А я ж помню, мы тоже в 73-м году в Целинограде. Как выйдем бороться за этой колбасой, ни живые, ни мертвые, по 7 часов. Господи, да у них-то это было 873, а у тебя 900 на 100 лет сигануло. Так я же говорю. 100 лет боролись за свои права. И вот что, до чего доборолись. Сидели б уже дома, не вылазили. Так, мужики, надо праздничный ужин готовить. Сына, на тебе картошку чистить. Ну чего нет, я в прошлом году чистил. Я сейчас в этом году сниму ремень и кое-что начищу. Торт надо. Торт надо? Так мы ведь это, не умеем его. Да в магазине купил духовку и им подарок. Вот где-то голова в Ломоносову возьмем. И скажем, что весь день готовили, а сами... Что ты мне? Давай чисть картошку. Вот люблю я этот праздник. Целый день нас поздравляют. А лучше пенсию повысили нам, да, Танька? Да, особенно мне. Ля, вот это вот не Якубович? Это Познер. А это я и думаю, что это Якубович усы себе сбрил. Угу. А черт, надо очки новые уже мне вставлять. В этих ни черта не вижу я. Слышишь? А где тут Якубович? Да нет тут Якубовича, господи. Что ж, везде Якубовича, что ли, теперь? Да? А кто же им барабан крутить будет? Познер, что ли? Так Познер не русский и не веселый он. Ну что, почистил картошку? Ну, почистил. Ой, красота! Вот мама-то обрадуется подарочку. Ой, слушай, что же они так долго там готовят, а? Целый день уже возится, уже вон 11:30. Угу. Каждый год вот так вот. Ну. Бедные маются. Нехай бы уже отменили этот праздник бы уже. Да? Нехай. Пусть хоть раз в году помучаются хотя бы. Да пускай-то помучаются-то. Оно-то так. Ну уж же и выпить охота. Ага.
и так же нам, мужики, спек... нахвалюй. Спекли. От красавцы вам вот спасибо. Ну, давай, сына, поздравляй женщин. Давай, давай, давай. Разбуйся. Ой. Сюрприз. Ой, вымахал. Выйду на Волгу, чистон раздается над великой русской рекой. Это стон у нас песни зовется, это бурлаки идут бичевой. Ай, молодец! Ой, сюрприз! Манит, манит, манит карусель, карусель любви, неверности, подруга. Вот, и, так, знаешь, все, давай слезай и спать. Молодец. Зуб, зубу оставь, дурацкую молодец, ходит. Иди зубы спать. Почисти, все. Пошел, пошел. Иди спать, дорогой. Ушел? Ну, дед, 3, 4. С праздником, дорогие женщины!